Так, приветствую, ребята. На тест попал мне такая Сонька. Сиди. Значит, приемник здесь стоит такой гибридный, цифрово-аналоговый. Цифроаналоговый, можно сказать. Основа такая вот, микросхема от Sony. То есть, получается, по избирательности она похуже, чем моя Сонька на DSP-чипе. Но по чувству не хуже. Даже местами лучше. Значит, смотрите, вот у нас 91,6. Это 100 километров. Кривой. Кривой рог. Тоже кривой. Как раз фидингует сигнал. Сейчас сравним с Сонькой, которая у меня на основе. Ну, практически такое же. Так, сейчас вот покажу. 102,7 у нас. 102,7 получается наша станция запорожская. А на 102,9 это Днепропетровск. 103,1 опять Запорожье. То есть вот сейчас цифровой приемник. Как он тут давит, смотрите. З моменту прибуття цієї людини. Це моральний фактор, який надзвичайно. Отстроились. Это Днепр. Вот сейчас. Это Запорожье. То есть с динамикой, с избирательностью все классно в этой станции. Ну, вернее, с избирательностью. Сейчас сравним это на Соньке, которая как бы аналогово-цифровая. Так, 102,7. Сейчас, секунду. Так, ага, вот. Два члена патруля, які перебували біля автомобіля, почули 5... Вот здесь видите, динамика, избирательность хуже и подхватывается РДС даже чуть, когда выше поднимаемся. Так, и вот Днепр. В Одесі прорвало підземну трубу. Так, ще раз вернемо цифровую. Тут уже РДС не похватывают. Сувати, чи були ці пожертви спот? Почище, да, но по чуйке он иногда мне кажется, что похуже немножечко.
То есть можно смело его использовать. Я про эту Соньку, можно смело использовать для наших целей. Для приема дальних станций. Так, средняя. Пытаемся разобраться, я пока. Ну, на средних-то одинаково они работают. Итак, значит, борьба с стационарными торговыми объектами, борьбу на севастопольские власти начали в 17. Ну, в общем, имеет право на жизнь. Хорошая Сонька. Кстати, такой же приемник стоит в той магнитоле, с которой я мучился долго. Шлейфы менял. Там такой же приемник. Вот. И что, в принципе, для наших нужд, для ребят, которые занимаются таким FM-DX-ингом, как раз самое оно. Подходит довольно неплохо. Если было интересно кому-то, ребята, ставьте лайки, дизлайки. И всего доброго. 7-3. Так, вот так вот Сонька работает, это здесь гибридный приемник, интересно собранный на микросхеме 8759-853-23, вот такой, уже с одной тушки я снял. Вот. Так вот, но мне нравится, работа хорошая у него такая. Я, мені здається, можна повітряти з розвитком інформаційних технологій. Тобто, якщо ми все більше і більше проводимо час в інтернеті, все більше і більше ми під впливом саме інформації, комунікації в тому випадку, в тому. Очень чистый прием. Дубла чемпиона Европы 2003 и 2014 са импус. Особенно мне понравилось, как она работает на длинных. А з 15 серпня 14 року не принесла пожеланого скутку і поставили на зелений пост. Первотно людям заходу. Уже днем покажу, как работает на FM, сравню ее с DSP-шным процессором Сонькой, которая у меня в основе работает, CDX574 Uniform India, покажу, в общем, не хуже. Избирательность чуть похуже, но по всем характеристикам не намного она хуже такая.
Хороший приемник, неплохой.